Нижневартовск принял первенство Югры по самбо. Соревнования прошли в эти выходные. Турнир посвящен памяти заслуженного строителя России, почетного жителя Нижневартовска Евгения Куропаткина. Право занять ступень на пьедестале почета оспаривали борцы в возрасте 10-12 лет. Мальчики и девочки соревновались в 10 весовых категориях. Отмечу, что этот турнир проводится с 2017 года. Поначалу он имел статус открытого первенства города. Сегодня это календарные отборочные состязания регионального масштаба. В планах организаторов выйти уже на всероссийский уровень. Сегодня у нас более 250 участников из 12 муниципалитетов нашего округа. Это первые официальные соревнования. Мы на основании этих соревнований выбираем сборную команду, формируем сборную команду автономного округа. Это для ребят, так скажем, старт первый, да, они показывают как раз вот все свое мастерство.